Дорогие Эльвира Васильевна и Николай Федорович, сегодня в этом прекрасном светлом зале собрались самые близкие и родные вам люди. Собрались вместе, чтобы поздравить вас с замечательным семейным праздником, с золотым юбилеем вашей совместной жизни. Ровно 50 лет назад, 11 января 1962 года, в бюро ЗАГС Ленинского района города Красноярска зарегистрировали свой брак Пивненко Николай и Петецкая Эльвира. Соединили вы тогда две жизни, две судьбы в одну жизнь, в одну судьбу. Соединили, чтобы не расставаться уже никогда. 50 лет, полвека, много это или мало? 50 лет рядом с любимым и единственным человеком – это немного. 50 лет постоянной ответственности за счастье семьи – это очень много. За 50 лет мир вокруг нас изменился неузнаваемо. Мы встретились вы летом 1961 года. Но по-настоящему полюбили друг друга 5 декабря 1961 года, когда всем комсомольским коллективом выехали на базу отдыха «Красноярск» для празднования Дня Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Николай Федорович – настоящий художник и поэт. О своей любви он написал юной красавице стихотворение и сразу подарил его Эльвире Васильевне. Спустя родилась дочь Елена, а спустя еще 8 лет – любимый сын. Председателя законодательного собрания нашего края Александра Викторовича Усова.
Он конкретно вам врачом, я его прочитаю. Дорогие Вера Васильевна, Николай Федорович, 50 лет совместной жизни – счастливый и знаменательный юбилей, который не случайно называют золотым. Народная мудрость гласит: крепка семья, сильна держава. От всей души поздравляю вас с этим славным юбилеем. Искренне желаю здоровья на многие годы и счастливой жизни в окружении детей, внуков и правнуков. Пусть каждый день вашей семьи будет светлым и радостным. Председатель законодательного собрания Красноярского края Александр Викторович Ус. Пожалуйста. Банкеточку. И я прошу вас подойти ко мне поближе. Все наши молодожены, которые только что знакомились, танцуют свой первый танец. Ваш танец и меня. Прошу вас. Прямо здесь, в центре этого подъема. А затем обойти всех своих друзей и родственников. С праздником вас! Спасибо. Пожалуйста, спускайтесь с подиума и принимайте поздравления. Прошу. Дорогие гости, прошу вас подняться.
За вас встречают ваши родные, близкие и друзья. По традиции молодоженов принято встречать бокальчиками шампанского. Друг на друга нежно-нежно посмотрите. Друг другу на ушко свое самое-самое сокровенное желание скажите. Это золотое шампанское до дна осушите. Посуда бьется к счастью. Обредите, пожалуйста, каждый свой бокальчик свадебным полотенцем. К первой ступеньке, символизирующей сегодня порожек, пожалуйста, подойдите, положите свой сверточек и ножкой по нему стукните, чтобы бокал на счастье. Тогда и золота не надо, и камень кажется звездой. Живите дружно лет до 200, чтоб доброй зависти друзей была любовь, какой не сыщешь, и год от года все сильней. Полней бокалы наливаем, и первый тост уже готов. За золотых молодых Николай, Эльвира, пусть будет золотым совет ваш, да любовь! Золотому жене и золотой мужу.
По традиции крепко на свадьбе выдаются сразу обоим супругам, и невесте, и жениху. А жених и невеста благодарность отдают по поцелую, каждый в свою щечку человеку хлеб принесшему. Поцелуйте в щечку человека хлеб принесшему. Отломите по кусочку каравайчика. А кусать? А кусать? А уже не кусается. Посолите каждый свой кусочек каравая и друг дружку покормите своим хлебушком. Можно не доедать. Теперь каравай на две ровные части, пожалуйста, разломите. Конечно же, мы доверим эту честь хозяйке дома, супруге. Пожалуйста, на две части каравая разломите и посолите ту и другую половинку. Дорогие гости, на свадьбе есть такая традиция всех гостей караваем угощать. Сейчас наши молодожены пустят по кругу каждый в свою половинку, а вы и от той, и от другой половинки кусочком угоститесь в честь долголетия и дожите до бриллиантовой свадьбы нашей четы.
первой свадьбе тосты произносить и быть свидетелями, и через 50 лет. С удовольствием я произношу тост за ваше еще счастье и долголетие, и... Ой, больше не знаю, что сказать. Ну, всего хорошего вам. И за нашу вечную дружбу. За нашу вечную дружбу. Вот, мы в это самое... 50 лет знаем друг друга уже. Ну, прекрасно. Обручальное кольцо. Соревноваться с Николаем, потому что он стихи пишет Эльвире каждый день. И прекрасные стихи. А я, вы знаете, периодически и далеко от совершенства. Но я все-таки их зачитаю. Вы уж извините меня, послушайте. Вы дружно вместе прошагали полсотни самых золотых. Вы счастье, радость испытали, котлет и не было простых. Нашли друг друга на не случайно, ковали вместе щит и меч, на красмаш имеется в виду. Казалось, что характер разный, но вовсе не об этом речь. Речь о семье счастливой, дружной. Она рождалась в творчестве, в стихах, прекрасной половине посвященных. Судьбу держала в собственных руках. Мы поздравляем Элю, Николая, желаем счастья, радости, любви, идти вперед, забот не зная, ведь бриллиантовое впереди. Будьте счастливы. Спасибо вам большое. Комплектик такой. Ильичка, вопрос к вам. А вот ваш супруг, если был бы дома, то был похож на какой предмет мебели? Эскалатная лестница, да? Мебели? Мебели. Мебель есть в комнатах, в коридоре, на кухне. Он бы был похож на коридор. Нет, на стульчик на такой, за спинкой. Стульчик за спинкой. Николай, а Иричка у вас похожа на какой предмет мебели, если была бы дома? На софу. Софа. Собралась пара такая мебели. Стульчик за спинкой и софа. Иричка, а вот ваш Николай, вы знаете его досконально. От и до, за 50 лет узнали. А на какое погодное или природное явление похож Николай? На грозу. На грозу. Николай, а ваша золотая жена похожа на какое погодное или природное явление? На восход. На восход. Дорогие друзья, смотрите, какие они у нас разные. Прибоболочные изделия разные. Гроза и восход, а все-таки вместе. И 50 лет вместе. А знаете почему? Потому что как ни крути, есть одно на двоих. Любовь. Прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд. И за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь, как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь, пусть дрожит хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь.
за любовь, родная, выпьем за любовь. Прости меня за все цветы, что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Ну что, Эля говорит? Жара. А Николай говорит износ. Следующее слово мерзлота. Я говорю айсберг. А Николай говорит долгота. Так он же в стихах говорит. В стихах, я абсолютно согласна. Следующее слово пугало. На даче. И у нас на даче аплодисменты. Следующее слово король. Королева. А у нас кроль. Кроль. Кот. Бегемот. А у нас рот. Колбаса. Салями. Небеса. Ну, давай. Икра. Лосось. Сестра. Вот так вот. Вагон. Купе. Угон. Угон. Культ. Уважение. А у нас мульт. Мульт, правильно. Конь. Кляча. Урон. Жук. Автомобиль. Жук-автомобиль. А у нас жук-паук. Заяц. Много яиц, говорит Николай. Считаем за совпадение, раз полисменты были. Да. Следующее очень сложное слово. Ленин, партия. СССР. И у нас СССР. Следующее слово Мишка. Где внук? Внук, держись, потому что у нас Мишка-мартышка. Где он? Вон наверху, он с галей. Вон там. Значит, есть здесь у нас... Граненый. Стакан. А у нас неуемный. Вихри. Кудри. И у нас кудри. То есть у нас раз такая, не так? Мелочь. Доллар. И у нас доллар. Ель. А у нас ель шмель. Горько! 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 Два, три, четыре, пять! Чего так быстро? А чего так быстро? Да нет, пять раз по пять. Это нет, нет, нет. Нет, пять раз по пять. Два, горько! 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 Ну пусть поедят немножко. Дорогие мои родители, я, как и все здесь присутствующие, поздравляю вас с этим замечательным днем. Мы все хотели, чтобы этот праздник у нас получился. Я считаю, что праздник проходит замечательно. Он такой же замечательный, как вы. 50 лет – это достаточно много, это здорово, потому что наша семья удивительная. Об этом говорит и то, что, во-первых, все мы здесь окружены друзьями, родственниками, не только детьми, здесь и внуки, племянники. И самое почетное и удивительное, то, что здесь ваши друзья, которые были с вами в тот первый счастливый для вас день. Поэтому я вас поздравляю с этим праздником, очень вами горжусь. И надеюсь, что сегодняшний вечер будет удивительный, запомнится вам. Ну, а те 50 лет, которые вы прожили вместе, это что? Это толчок к тому, чтобы еще 50 лет прожить вместе. Поэтому за вас, за ваш 50-летний юбилей, за ваши новые золотые кольца. Сегодня был такой замечательный обряд. Вы повторно обменялись кольцами. Эти кольца у вас на пальцах. Они символизируют сегодняшний день, сегодняшний праздник. Поскольку они такие же золотые, как и у нас. Поэтому давайте поднимем тост за вас, за ваше здоровье, за ваш юбилей,
за золото, которое вас окружает, то есть ваш характер, ваша любовь. Целую вас и люблю. Спасибо. Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Эти глаза напротив яркие все утренней. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив. Сентиментальность и грусть боли моей супротив. Эти глаза напротив. И вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, сентиментальность и грусть воли моей супротив. Эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Радостную или грусть, мой неотступный мотив. Эти глаза напротив. Вот и сила судьба, вот и сила судьба, вот и сила судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Сейчас они вернутся, не приведут дело-то такое.
Знаете, сели, места заняли и не отдают. Вы у нас жених с невестой? А ну-ка, на какое слово жених с невестой реагировать должны? Очень горько. Наброка, давайте проверим, покричим горько. И какая пара дольше поцелуется, те есть настоящие у нас золотые муж с женой. Ага. Ну-ка, Костя. Горько! 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 Вот она! Какая нужная пара! Мы сдаемся! Мы настоящая пара! Вы точно переводите! Вы даете себя за ней настоящая пара! Хорошо. Но нам здесь очень нравится. Что взамен требуется? А мы алчны. Алчны? А кто больше денег предложит? Да финансов алчны, да? Их какие вы, кто дольше предложит? Почем нынче стулья в углу, как мы думаем? Стулья. Стулья. В углу, вот там, в уголочке. Остапа Бендер. Хитрюги какие? У нас будет не денежная. Не денежная. Я думаю, что чтобы нам жених с невестой станцевали. Если они настоящие, спели. Золотые. Они спели? Спели. Да. Спели. Споют. Давай. Вот, смотри. Давай, 3-4. Забота у нас простая, забота наша такая. Была бы семья большая, и нету других забот. И с ними примет, и звезд ночной полет. У меня есть такое чувство, что наши золотые молодые репетировали дома. Так у них слажено, хорошо и звонко получилось, что я думаю, бурные аплодисменты переходящие в овацию. Это самое лучшее награда, передайте пожелания друзьям. Дорогие гости, прошу всех к столу. 50 лет. Это и много, и мало. Ну, первых 50 лет мы прожили вместе. Стали еще 50 лет следующих. Вы у нас сегодня золотые, но еще хотелось бы сказать, что вы еще и супруги. Ведь супруги это слово означает, что это двое в одной упряжке. И вот 50 лет это двое в одной упряжке. И никто не споткнулся. И вот очень горько. Может быть, помнишь и ты. Громко музыка звучала, без конца и без начала. Все нам дарили цветы. Быть белее снега, свадебные. Мне улыбался.
пор живут во мне. Будет в жизни нашей много дней таких, как это может быть. Знаешь ли ты, все вокруг в волшебных красках, бесконечных нежных ласках ты и, конечно, цветы. Дурмана сладки ливела, когда был сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладко ливела, от слова твоего поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, один раз в год. Чего она ждет? Сегодня лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Извините, это от волнения. Thank you.
конечно, вы смущаете. Микрофон говорит. 50 лет назад я также волновался, когда любимая тебе дарила цветы. И почему-то смущенно улыбался. В ответ на это улыбалась ты. Если ты упокоившись страстно, когда в волнении ты изгибала бровь, и для меня тогда предельно стало ясно, что вот она, пришла любовь. Немало лет с тех пор улетела, я с любовью сегодня говорю. Мое сердце ничуть не охладело. Я тебя, как Лена, все люблю. Оля. Ну вот спрашивали, почему-то начали спрашивать, кто знает вас 30 лет? А почему 30? Ну мы-то вас знаем 50. Спрашиваем 50. Это уже потом. 30. 30, да. 50 была первая. И вся ваша жизнь прошла на наших глазах. Вы были счастливы, вы были трудолюбивы, у вас были успехи, много хороших успехов, замечательные дети, отличные внуки. И вот сегодняшний день, вот это все торжество, это, ну как сказать, результат вашей жизни. Все, что вложили, то и получили. Столько приятных слов, столько приятных лиц, друзей, родственников. И все сегодня для вас. И вот хочу пожелать вам оставаться еще бодрыми подольше. Пускай никакие невзгоды, никакие там трудности, болезни вас не сгибают. Идите по жизни дальше. Может, теперь уже за руку. Если вдруг кому-то нужна помощь, вот, и шагайте бодро по жизни. Мы всегда с вами, мы вас любим, мы вас поддерживаем и желаем вам счастья. Горько! Горько! Ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю, ой, загуляю. Болит
твоя голова. Мы скажем прямо, ты не умеешь пить. Ну как некрасиво лечиться одного, но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть и будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки загуляют по субботе точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки загуляю. Ой, загуляю. Такое спортлото полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась идиот. И я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы сейчас гулять, наливать и выпивать. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Ой, чувствую я, девки загуляю до субботы точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Ой, загуляю. Давай, Лёня! Давай, давай! Лёня Рамштайн! Так честно, так по-человечески должны награждаться, они совершают героический подвиг, и должны награждаться орденами обязательно на уровне там, государственном, на уровне этих, руководства нашего. Потому что так, как прожили вы и чего вы добились в жизни, это редко кто может. И мне кажется, вот основа, платформа вот такого длительного союза, это, конечно, во-первых, любовь, а во-вторых, очень высокие человеческие черты характера, человеческие, ой, не могу подобрать слово, ну, в общем, вы достигли очень многого благодаря тому, что вы вот именно есть такие. У вас есть какой-то серьезный стержень, потому что для того, чтобы столько прожить, надо много перетерпеть, конечно. И надо в чем-то уступать, надо перешагивать через себя, надо уметь слышать, понимать, идти навстречу, прощать все. Вы все это смогли, вы через все переступили, через все перешагнули. Вы вырастили прекрасных детей, умных, красивых, благородных. Одно удовольствие. А внуки еще прекраснее, в которых вы вкладываете свои души. Общаться с вами одно удовольствие. Мне очень нравится, как вы друг над другом так беззлобно подшучиваете, подтруниваете, юморите, поддерживаете друг друга. Одно удовольствие с вами встречаться, быть в вашей семье, быть в вашем уютном доме. Всегда гостеприимным, всегда хлебосольным. Мы очень любим у вас гостить. Поэтому, одним словом, мы вас очень любим. Самое главное, что-то так немножечко горько. Опять? Горько! А теперь я вас поцелую. Можно? Полинка, дорогой. Согласитесь, гости, как это поэтично, до златой свадьбы одуванчиков и ежиков нести и посвящать стихи своей любимой музе и страстно помнить,
как дрожала бровь. И это счастье бесконечное. Друзья, а это ведь любовь. А мы случайно повстречались. Мой самый главный человек. Благословляю эту случайность и благодарен ей навек. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. И это кажется не тайна, что люди с болью и мечтой всегда встречаются случайно, на равных грешник и святой. Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы дверь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. И баба и деда, я хочу вас поздравить с вашим праздником, с юбилеем вашей совместной жизни, с золотой свадьбой. Я хочу сказать, что это праздник не только ваш, но и наш. Мы к нему долго готовились, и мне было приятно к нему готовиться. При подготовке было задействовано много разных людей, и много моих друзей. Это активно обсуждалось и на работе, и везде. И даже когда я приходила в магазин, чтобы купить вот какие-то атрибуты для праздника, я обязательно никогда не забывала напомнить, для какого мне это праздника надо. Потому что, говорю, да, вот у меня у бабы деда юбилей, золотая свадьба. И все с таким уважением и сразу начинали мне подыскивать самый лучший товар. И я понимаю, что это на самом деле очень редкий юбилей, и это редко кому удается сохранить теплые отношения, пронести их через всю жизнь. Поэтому я вас поздравляю. Я имел честь присутствовать на вашей первой свадьбе, на Комсомольской, которая в Ирпее была. Помните? У родителей, да. У родителей. Там я даже еще что-то много ячего подъезжал. Вот. Как сейчас помню эту первую свадьбу, я даже помню, какое поле было, такой серый свитер, Коля, ты помнишь, у тебя такой толстый серый свитер был? Ты вот уже, наверное, забыл, а я вот его помню. Вот. Я очень хорошо помню это ваше первое гнездышко, которое было на Казахской 19. Помните? У дяди Кости. У дяди Кости там маленечко вниз спускаешься, а там такая печка стоит. За торговым центром. Саму избушку-то помните? Конечно. Уже? А по ступени спускаешься, вот такая печка. И там всегда так жарко было. Я очень хорошо помню вашу квартиру на Московская 6, квартира 14. К-614. У нас такой пароль был в честь вашей квартиры. То есть вся ваша жизнь прошла на моих глазах. На моих глазах родились ваши дети, Лена, которую мне приходилось из садика забирать иногда маленькую, Женя. Потом пошли внуки. Все это проходило на моих глазах, я и вся ваша жизнь совместно проходила на моих глазах. И тут, хотя и говорили, что вроде бы так все это было беззаботно и прочее, но вы этому не верьте. Там было далеко не все так просто и безоблачно. И иногда бывало все, но правда без питья посуды. Питья посуды я ни разу не видел. Без свидетелей, может. Но, во всяком случае, я про это даже и не слышал. Что вам хочется пожелать? Мы жизнь прожили очень достойно. У вас хорошие дети, достойные внуки. Единственное, что осталось, дождаться правнуков и понянчиться с ними.
Вот минут пожелание. Через 10 уйдем. Ну что, горько? Горько! 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 Вот этот товарищ, который называется моим братом, в свое время, почему я перед тем говорю, что я 70 лет его знаю? Я его знаю. Его меня знает со дня рождения. В силу своего возраста он немножечко мне от этого подколачивался. Но тем не менее, как это получилось, я не знаю. В общем-то, это не мне судить. Но уже такую кучу лет мы любим друг друга. И дружим, соответственно. А потому я люблю его жену. Это в 62-м году я приехал. Молодой, здоровый, красивый моряк. Поселки, у них сейчас переполох. Приезжаю, значит, как раз на Московскую у них была квартира. Квартирка. Вот этот ствол, ну, можно чуть побольше. Значит, кольчика. Как его? Ванночка. В ванночке лежит ребеночек. И вот с тех пор я их знаю, люблю. Вот Валера тут сказал, что вся жизнь прошла у него на его глазах. Ну, может быть, вся жизнь на моих глазах не прошла, потому что я немножечко подальше живу, чем Валера. Но тем не менее, только то, что мы здесь присутствуем, это уже говорит о многом. Коля, Ира, мы очень-очень вас любим. Спасибо. Мы очень вас любим. Спасибо. Значит, по этому поводу еще, кроме меня, моя жена хотит вам сказать пару слов. Я знаю вас не так много, как все присутствующие, но за это время, сколько я, как я вас знаю, я, ну, с очень хорошей стороны вас знаю и очень, ну, как тепло к вам отношусь, так же, как и вы ко мне. И хочу от всей души сказать вам свои слова. Дорогие Николай и Лира, вы путь прошли нелегкий и большой, однако не состарились душой, поскольку старость только тех удел, кто оказался в жизни не удел. Пусть будет длинной и приятной часть пути, которую осталось вам пройти. Здоровья, счастья вам на много-много лет, успехов новых, радости, побед. И мы надеемся, что мы еще успеем поздравить вас со столетним юбилеем. Пусть на все оставшиеся годы будет теплым ваш уютный дом. А еще я вам желаю денег гору, а до счастливой той поры. Гости из Африки! Thank you.
Нет, мы не мимо проезжали. Наши в Африке все знают, что эти свадьбы золотую отмечали. Мы недолго собирались, собирались и помчались. Мы сегодня встали рано и на пальму за бараном каждый влез, чтобы вам доставить радость. Будет счастье постоянно, если ты жуешь бананы. Жених? Да, я им передам. Я вас устаю. Смотрят Коля с Эрой с радостью на нас. Дарим за это ананас. Будете вы этот ананас жевать, нас любовью вспоминать. Здоровья вам, счастливо жить и от души мед пива пить, чтобы денежки водились. И глаза всегда светились. Рады мы еще вернуться. Пусть молодожены улыбнутся, пусть все гости встрепенутся. Чунга-чанга! И чанга! Тумба и юмба! Вас еще раз поздравляем, всего доброго желаем. Чунга-чанга! Да. Тумба-юмба! Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто что на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бесследно.